Губернатор Сергей Морозов провел расширенное совещание по исполнению указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 9 месяцев текущего года. Напомним, что к майским указам относят 11 указов, подписанных Владимиром Путиным в день вступления его в должность президента Российской Федерации и содержащие 218 поручений, которые должны быть выполнены до 2020 года. На сегодняшний день в зоне ответственности регионов остается 28 поручений. У нас есть чуть больше года, чтобы выполнить все указы президента и достичь необходимых результатов. А они, как сказал сам глава государства, будут оцениваться не по количеству снятых с контроля поручений или по объему написанных отчетов. Люди действительно должны почувствовать реальные перемены к лучшему. Вот это и должно быть, если хотите, своеобразным эпиграфом к нашему сегодняшнему обсуждению. С основным докладом выступил Олег Асмус, заместитель председателя областного правительства, курирующий экономический блок. Он же подвел итоги и дал некоторые прогнозы. 14 показателей практически 100% выполняются, каких-то угроз нет. 14 показателей на сегодня не выполнены, но по 9 показателям ожидается достижение целевых значений в четвертом квартале. По 2 показателям, практически, давайте говорить честно, есть 100% риск невыполнения этих показателей. По 3 шансы есть, но они достаточно сложные. Подчеркнем еще раз, что это промежуточные итоги. Учитывая ряд недостатков официальной статистики, а в частности то, что замеры по некоторым показателям пока просто невозможны, речь следует вести не столько о конкретных цифрах, сколько о том, где область достигла успехов, а где пока нет. Дарья Сударева, Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.